Всем привет, с вами Однорукий Борис, и мы с вами продолжаем проходить игру Doom. Мы с вами в прошлой серии затащили целых три карты. Эта карта у нас E3 M4 House of Pain. Не понял. Короче, ладно, по ощущениям, вроде было три карты в прошлой серии. И вроде я считал, тоже три карты было пройдено. Короче, неважно. Вот здесь мы остановились и проходить будем сейчас эту карту. Сразу берем тут ракетницу. Так. House of Pain у нас тут называется эта карта. Взрываем все, что там есть. Тихо, вот сюда выходим. Сейчас еще один там должен быть. House of Pain. Это мне напоминает... Тихо, ну-ка. Cypress Hill. Все дела. Так, это, по-моему, я нашел секретку здесь. Так, куда мне? Мне сюда. Так, тут по красному. По красному тут ходить не надо. Ой, тут еще один. Здорово. Сохраняемся, идем дальше. Ай-яй-яй. 80 жизней. Да ладно, пойдем дальше. Я тут... О, тут телепорт. Ну-ка, F5. Опа-на. Здравствуйте. Ой, как же хорошо вот этих ребят всех расстреливать из укрытия. Опа, она. О, слышишь? Как раз тут. Так, тут вроде все. Все посмотрел, рассмотрел. Даже так. Зря себе жизни потратил. Ну ладно. Все, идем сюда, значит. Не знаю, я в прошлой серии прям вот по ощущениям прям дофига всего прошел. Черепуху не убил. Ой-ой-ой. Черепуха тут. Черепухи нет. Так. Ой, мышкой немножко шумлю, да? Так, там что-то такое... О, посмотри. И там что-то есть. Такое интересное. Так, здесь, наверное, можно выключить как раз. Только один рычаг у нас тут открылся. Хорош. Подождите, я же тут не все смотрел. Или все? В натуре все. Ладно. Так, на самом деле у меня тут вообще есть все оружие, кроме плазмогана. Вот здесь шестерочка у меня там серая.
А все остальные цифры не серые. Алло. Кого-то тут растерзали, блин. Я на самом деле, когда вот шел смотреть вот на того ругалька. Ой-ой. Вот это вот мне отдаленно напоминает икону греха. Там вот эта рожа рогатая. И тут по форме как раз тоже похоже на рогатую штуку. Ля, тут висят все за ноги. Повешенная. Кошмар, блин. Ужас. Так, не понял. Что за звуки где? Так, вообще-то я хотел еще посмотреть 90 противников. Все, готов. Короче, две двери. О! У меня что-то можно... Вот эти двери мне самые любимые двери. Они очень классно выглядят. Допустим. Там я уже вижу синюю дверь на этой карте. Но я не знаю, где синий ключ брать. Вот. Вот она, синяя дверь. К ней мы придем потом, наверное, да? Твой портрет, да, на стене? Без урона. А вот, кстати, синий ключ. Я даже не знаю. Ну-ка, подождите. А, это окошки. Все, я понял. Просто вот часть карты там, которая, кажется, что как будто я ее не распознал. Так, с невидимостью идем дальше. Все-таки. Ну ладно. Ой, еще и ты. Так, сейчас я пробегусь вокруг. Вроде никого. Ой-ой-ой. Так, нормально, жизни много. Допустим. Так, вот икона греха, типа. Ой, здрасте.
Да нормально, то справляюсь. Все. Дофига жизни и защиты тоже дофига. А куда мне? А, я, кажется, понимаю, куда. Сейчас я прибегу. Вот сюда надо. Теперь вот сюда надо. Теперь вот сюда надо. И вот эта дверь. А я думал, это стена, блин. Так, сохраняемся. Это не дверь. Или дверь. Надо, короче, ее как-то открыть. Или она как-то сама открывается. А вот сама открылась. А как я ее открыл? Ага. Есть. Успел. Надо, короче, в процессе бега ногой на нее нажать, на платформу ту синюю. И тогда дверь откроется и сам успеешь. Так, это дверь, это дверь. Тут целых две двери сейчас. Так, мне интересно. Ага, не открывается, ладно. Походу, я там много кого пооткрывал. Да, так и есть. Ой-ой-ой, тут еще и желтые ключи, и красные ключи, и все должно быть. Все у меня должно быть. Куда я не ходил? Сюда я не ходил. Ой-ой-ой, вот это вот неуязвимость. Ну, с неуязвимостью прикольно. Так-то. Так, это я желтый ключ подобрал, получается. Ну, наконец-то выключается. Так, желтый ключ. Так, это нам не сюда, это нам вот сюда надо. Ой, красный ключ. Прикольно. Конечно. Ой-ой-ой, нифига, кто там вышел. Здорово. Тихо. Давайте я немножко убегу. Попал гад все-таки. А где он?
вот ты где. Так, троечка. Нормально. Все, мне нравится так. Да, обязательно тут кто-то должен был стоять. Так, как мне к вам спуститься так, чтобы... Нормально расстрелял их. О боже, это ступеньки такие. А, ну кстати, да, я помню в прохождении какого-то Дума, то ли оригинала, то ли дополнения, тоже было такое, что искал ступеньки, они оказываются настолько крутые, что они сливаются со стеной. Экзит. Оля. Почти всех убил. Так, ну что ж, давайте я следующий уровень буду проходить. Интеринг. Анхоли. Кого? Кафедрал. Не святая кафедраль. Ну как там она называется? Ну короче, вы поняли. Так, кафедральный собор всякий. Не понял. Так, сзади вот этого надо прибить, потому что он один будет меня доставать. Так, тут эти самые. Так, это не работа. Ну, не дверь. Точнее, дверь, но она как-то, может быть, открывается не так. Так, тут синяя дверь. Хорошо, я понял. Так, может быть, сюда? Так, заходим. Все забрали. Так, сохраниться надо. Вот, мы, короче, оттуда приходили. Естественно, мы наступили на телепорты. Так, это у нас где? А, это центр. А сколько тут противников? 63. Понятно. Короче, пока что, пока все спокойно, мы подбираем все, что лежит. Надо еще вокруг походить. Реально что-то много всего лежит. Как будто нас к чему-то готовят. И вот здесь как будто какие-то руны на стене, да? Как будто что-то написано. А, значит, здесь кто-то должен появляться, да? Ну тогда сохраняемся. Вот этих вот ребят. Куда-то телепортировался. Так, а я где? Ага, я понял, куда я вышел. Так, мне интересно, что здесь у нас. О, какая-то другая. Другой этот самый коридор. Это что у нас? Похоже на дверь, но не открывается. Это у нас что такое? Так, у нас тут что?
нас тут... Оля, здрасте. Надеюсь, мои подписчики меня смотрят не с такими лицами. Ставь лайк, если смотришь меня именно так. Ой, здрасте. Гад, попал все-таки. Ну, в упор любой черт может попасть. О, висит мужик. Висит груша, нельзя скушать. О, это я пришел в начало, да? Меня, кстати, вот здесь вот не было. Надо тут сохраняться почаще. Там, короче... Ой. Там, короче, один из демонюк этих розовых, кусающихся, телепортнулся, и фиг знает, где он там ходит теперь. Так, тут вообще-то у меня еще показались желтые. Вот здесь вот, прикиньте, дверь спрятана в стене, желтая причем. То есть мне надо каким-то образом желтый плюс... Желтый плюс синий ключ подобрать. Ну-ка. Тут-то какой-то уровень интересный получается. Так, это я вот в начало пришел, ладно. Да, чувствую, что здесь я буду тупить. И по кругу бегать. Так, мне вот сюда вот надо. Мне хочется вот сюда сходить. Так, вот так вот. Теперь вот так вот. И теперь вот здесь вот. Нифига себе. Двоих сразу замочил. Опа. Есть. F5. О, комната в виде звездочки. Прикольно. Так, смотрим, может тут есть что-нибудь интересное? Не. Кроме формы, ничего интересного. Так, я тут, короче, что-то открыл. Но мне интересно вот здесь вот походить. Блин, 400 патронов я, наверное, не буду тратить. Потому что мало ли тут что-нибудь такое будет. Вот, мне интересно сейчас вот сюда походить.
Здесь мне реально не было. Так. Вот сюда, да. Опа, открывается, смотри. Как пасть открылась, смотри. Куда это я? А, слушайте. Так, кто где? Тут у нас ничего. Тут у нас тоже ничего. А, о, желтый ключ. А чё я его не заметил? Так, ну теперь можно куда? А, вот сюда. Где эта дверь? Так, этот не рубится. Ладно. Я куда-то, блин, пробежал. Куда я пробежал? Опять в центр меня запульнуло. А ты что, я теперь не выйду отсюда, получается? Так. Кто-то там ходит без меня. Так, я сейчас смотрю, как, куда выходить здесь. А, вот здесь вот вроде... Нет, здесь ничего не открывается, блин. Да не, не нажимается даже ничего. А, вот. Это надо просто было в нужный портал. А, нет, все нормально. Не блин. Так, вот это вот меня интересует. Что это такое? Ля. Так, конечно, и вы, и с этой стороны вы тут. Так, давайте-ка вы по очереди. Здесь один. Вроде все, все кончились. Блин, пулеметик жалко не взять. Так, здесь... Так, ну допустим. F5. А, тут кнопки, смотри. Опа. Нифига себе. Так, ну это мне не надо. Шо, у меня теперь все оружие есть. И ракеты, и не ракеты, все. Так. Это включено. Тут у нас телепорт.
Тихо. Ну теперь только туда остается. Какие-то. О, слушай, я же тут это самое. Все-таки кое-что. А? Ой, тут. А, нет, все. Еще один невидимый, да? Тут еще вот. И синий ключ. Хорошо, что я. Это я просто по этой карте увидел, что что-то у меня тут недоисследовано. Так, я вообще-то сюда хотел зайти. Не, не сюда. Да, все я тут посмотрел. Все, теперь я спокоен. Теперь я могу. Куда я могу вернуться-то? Опять мне надо искать нужный телепорт. Значит, сюда теперь. Вот, нормально. Так, куда мне? Вот сюда. Вот, и синяя дверь. Синяя дверь у нас тут сейчас откроется. О, вот и экзит. Это что такое? Нифига себе, ловушка. Так. Подождите, тогда шестерку возьму. Вот здесь это в 5 сделаю. Все, началось. Коцнул все-таки. Все очень просто. Я это не все даже. Да я-то шо, я могу тут это самое стоять, ждать. Сколько надо? Трое осталось. Я все подобрал. Ну все получается. Так, Еребас. Так, давайте сейчас я сохраняюсь. Посмотрим, что тут такое. 76 противников, да? Один из них нас уже ждет. Вот, я думаю, что это мы начнем проходить уже в следующей серии. Тут немножко ребит стена. Вот. Собственно, это была игра Doom.
С вами был Однорукий Борис. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, а ссылка есть на нее в описании. Ну а мы с вами увидимся в следующей серии. Всем удачи и всем пока.